Пассажирка самолета разозлилась из-за пинающего ее кресло ребенка и побила его мать во время перелета. О случившемся сообщается в инстаграм-аккаунте собака Passenger Shaming, освещающем инциденты с туристами. Так, согласно информации представителей правоохранительных органов, 29-летняя Дейдрена Джаслин Уокер Уильямс, Дейдрена Джаслин Уокер Уильямс, напала на попутчицу на борту лайнера авиакомпании Spirit Airlines. Уточняется, что девушка вышла из себя из-за того, что двое детей в возрасте 3 и 7 лет начали бить ногами ей в спину. Сперва Уокер Уильямс потребовала утихомирить юных пассажиров, а после невыполнения просьбы ударила их мать по лицу несколько раз. В результате у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове, а буйную девушку арестовали полицейские после приземления в аэропорту Портленда. Теперь у Скир Уильямс будет предъявлено обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка. В декабре 2019 года два пьяных пассажира устроили драку в самолеты во время посадки в российском аэропорту. 37-летние жители Бурятии, приходящиеся друг другу родственниками, вступили в физическое противостояние и не реагировали на требования стюардесса. Кроме того, они угрожали членам экипажа лайнера. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.